В интернете много разговоров сейчас, обсуждений по поводу того, что дочь Пескова пристроилась где-то там в Европарламенте работать. Я ничего не понимаю, люди чему возмущаются? А кем она должна работать-то, блин? Что, она в школу, что ли, пойдет? На 15 тысяч? Или в больницу медсестрой, да, врачом? Ага. Странные вы ребята какие-то. Это в 19 веке, там, в 18-м. А дети дворянских кровей, там, девушки шли в госпиталь ухаживать за ранеными, за больными, бинты стирали там, горшки за ними выносили. Не только дети дворян, но и царских кровей. Так там воспитание было другое. А сейчас-то жизнь что? Сейчас жизнь другая. Дворяне другие. И цари другие. Это все претензии к пьяной матросне той, которая зимний штурмовала в 17-м году. Вот. А теперь что? Что есть, то есть.